На конкурс дети читают стихи. Сибирёва Анастасия, 9 лет, город Иланский. Автор стихотворения Николай Лухтинский. Стихотворение «Стоял мороз сибирский». Стоял мороз сибирский, без колдовства, коварства. Дремало тихо, мирно, заснеженное царство. Сжигая иглы сосен, лучи, как руки свесив, остановилось солнце передохнуть над лесом. И в первый раз за зиму чуть дрогнула осина. Березка встрепенулась и к небу потянулась. С ветвей, блестя, сияя, посыпались подарки рябине-сиротине, боярне-боярке.